Всем, кто смотрит сейчас канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 25 мая 2017 года. Был построен душ. Душ размерами метр на метр и высотой 3 метра. Душ с парником, с баком на 200 литров. Каркас душа. Каркас душа у нас сделан из профильной трубы 20х40. Связи из трубы 20х20. Окраска полимерно-порошковым способом. Поликарбонат желтого цвета толщиной 4 мм. 0,7 плотности. Значит, в душе у нас установлен душевой комплект. Это лейка, подключенная к баку. С вентилем. Также установлена у нас мыльница. И крючки будут клиент пожелал их прилепить сам. Сама конструкция стоит на брусе, 100 на 100 брус пропитан антисептиком. И на полу установлен трапик. Не пугайтесь. По трапику подходили маленько. Тот, кто принимал работу. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Всем пока. Уральская усадьба представляет душ с баком 150 литров. Поликарбонат серый, непрозрачный, с подогревом. Труба 20 на 20 с брусе. Брус связан с землей колышками. С парником, с нагревом от солнца.